Привет, друзья! Украинская армия опубликовала эпизод боя с атакой в районе села Соловьёво. На видео показана группа российской военной техники, идущая в атаку. В результате боя часть техники была выведена из строя украинскими FPV-дронами. Но танк Т-90М не пострадал. На видео показан танк Т-90М «Прорыв», оснащенный дополнительной защитой. Танк выдержал 3 попадания FPV-дронов. Конечный результат боя нам неизвестен, но защита танка выдержала все удары. Это первый случай в боевых действиях на Украине, где танк выдержал атаку сразу 3 FPV-дронов. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.